со стороны судьи ущербность, когда человек, как полицейский, вместо того, чтобы разобраться, он, я тебя, я унижает тебя, там, он, футболист, вот да. Это вот, то, что мы видели, как этого Зейналова или кого-то там, вот это вот, ногами ну, били. Карасев, его, типа. Карасев, абсолютно они одинаковые, он не имеет права судить, но не имеет права, меняй профессию. Чего бы Лапочкин, Карасев и им подобные. Ребят, у нас, мы вообще где живем? В какой стране? В джунглях вообще? Мы спрятаны от мира. Ведь люди, ладно мы специалисты, люди говорят, нормальные болельщики, когда это прекратится. А сверху Федерации футбола у нас все нормально. Мы, они до того договорились с Федерацией футбола, что мы, говорит, Карасева пошлем судить второй дивизион. А, там можно. Вот во втором дивизионе они его, видно, наказывают так, хами там. А Радзекин а дает установку. На тебя матом послали, выгоняй там. Правильно дает. Нет.